Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и мы проходим «Зло внутри». Добрались до 8-го эпизода. «Зерно прорастает», так оно называется. Покончили с хранителем. Чувачки ходят. Давайте с ними разберемся. Один готов. Одна спичка есть. Попробуем этого заманить сюда. Во. Иди сюда. Да ладно. Не получилось, что ли? Еще и спичку истратил. Ну ладно. Бывает. Чего здесь нет? Еще живой. Держи. Да что ты? Так, еще двое ребят. Черт, патроны кончились. Ну, держи. О! Что это? Такого еще не было. Собираем боеприпасы. Два патрона. Здесь больше ничего нет. О, а вот и ключик. Здорово. Здорово. Так, кто там шумит? Странно. Никого.
камешка добежать, спрятаться. Взял что-то, взял непонятно что. Ладно, фу, что здесь мы имеем. Давайте-ка посмотрим, послушаем. У подобных 25 и 33, а теперь еще и номера 55, обнаружена аномальная мозговая активность. Общим фактором у всех трех является диссоциативное расстройство идентичности. Эксперименты на перфронтальной коре привели к разрушению чувства идентичности. Были неожиданные результаты. Суицидальные мысли альтернативных личностей, выраженные в виде атак на основную личность. По мере того, как угасло сознание, начался своего рода стазис. Словно кто-то сшил двух существ вместе, и теперь они вынуждены вечно жить в виде единого целого, ненавидя друг друга. Восхитительно. Снова результаты экспериментов всяких. Что здесь, ничего такого нету, что ли? Так, что здесь у нас? Патрончики. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Что за... Коротышки. Ну-ка, давайте-ка подавим вас. О, сколько вас тут разбегалось-то. Карапузов. Немного забавно даже. Мини-монстрики такие. Это еще ползает, да? О. Все, или еще где-то есть? Вроде все. Так, это у нас максимально. А, нет, вот еще ползает. Вон еще. Воу, они еще и могут поранить.
Ништячки. Ну, большая баночка, отлично. 500. 500 очков. Ключик. Ну и сколько у вас тут? Ребята. Там какая-то каша плывет. Ладно. Отвали, 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 отвали от меня. Давай-ка. Да что вас? Какие-то вы чересчур, блин, живучие все. Ничего нет у нас. Вот навалил это, а? Бочечки. Пусто. Пусто, пусто. Доброе, походу. Записка из пещеры. Я зашел слишком далеко и, конечно, попал в ловушку. София столько раз просила меня остановиться, но я так хотел еще на шаг приблизиться к истине. Я знал, что будет трудно, но я же был так близко к разгадке. Я обратил внимание, что из-под двери немного дует. Наверное, она ведет наружу. Пластина, которую я нашел, похоже, подходит к углублению. Возможно, это ключ, но какой стороной ее вставлять? Вероятность 50%, а я хожу здесь уже целую вечность, не в состоянии сделать простейший выбор.
София, если я выберусь отсюда, то обниму тебя и скажу, что ты была права. Я никогда тебя не отпущу. Походу, он не выбрался. Воу. Так, а вот это, походу, пластина, да? Окровавленная пластина, странная каменная пластина. С обеих сторон врезаны лица, одна сторона в крови. Ну что, испытаем удачу. Итак, если посудить логически, он вставлял вот этой стороной, так как кровь на этой. Потому что когда его убило, брызнула кровь на лицевую сторону. Значит, нам вставлять вот так. Отлично. Все логично. Так. Импульс, значит, Лесли где-то рядом. Опять нас оп, что-то лежит. Переместили. Еще один фрагмент. Так понимаю, в больницу. Где мы были в самом начале игры. Кстати, похож коридор на этот, который мы видели на камеры наблюдения. Когда Рубик убивал полицейских. Док? Док, что за херня здесь творится? У нас нет времени. Нужно обратить процесс. Только так мы сможем его остановить. Кого? Этого Рувика? А что он за птица? Извини, но мне надо кое-что найти. Док, я не смогу вам помочь, если вы будете темнить. А ведь вам нужна моя помощь. Он... Мы работали над одним методом, как бы это сказать... Объединение разума. Сознание на электрохимическом уровне делится всем. Эмоциями, воспоминаниями, ощущениями напрямую. Это уникальная разработка. Она изменит психологию, фармацевтику, да и сами сознания. Вы серьезно? Да это ж кошмар. Я и не говорил, что система идеальна. Особенно при таком нестабильном хозяине. Супер. Значит, ваш коллега псих. И мы все сидим у него в голове? Не совсем так. Все мы вносим свой вклад. Но осознательно влияет только он. Что ж, если вы его знаете, что ему нужно? Ну, это просто теория, но... По-моему, он хочет нас убить. Доктор? Доктор? Так, отлично, все исчезло. Дверь завалена. Дневничок. Как всегда. Фиг поймешь, где искать теперь. Так, дневник Себастьяна, 16 июня 2009 год.
Утром мы впервые отвели Лили в детский сад. Она смелая девочка, быстро привыкает к новой обстановке. Три последних года для Майры, благословили ее Господь, были нелегкими. Заботиться о маленьком ребенке – это ведь тяжелая работа без выходных и отпусков. Наконец-то Майра получит передышку. То есть вернется в полицию, в отдел розыска пропавших людей. Исчезновений все больше и больше. Если как можно быстрее не выявить их причину, скоро и свидетеля не останется. Все исчезнут. Конечно, я преувеличиваю, но все-таки в Кримсон-Сити творится что-то неладное. Это нужно прекратить. А Майра в этом поможет. Она отличный специалист и просто счастлива возможности снова заняться любимым делом. Так, все, больше ничего здесь нет. О, господи, а. О-о-о-о-о-о. Давай, давай, давай ты. Че это за тварь-то? Опа-на, Рубик. Ну что, друзья, такой вот небольшой эпизод получился. Я на этом заканчиваю. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Увидимся в следующем эпизоде. Всем пока.